Напоминание судьиным детям насчет канцлера Розы, говорит. Я благодарю, что она помнила, но мне кажется, уже, по-моему, уже сколько там, месяц, да, по-моему, прошел. Кажется, так и не будет никакой информации по поводу этой крупной рыбы, засевшей в Германии. Томсо, вы перечислили группы, к которым у вас нейтральная позиция. Это не будет возможностью искать точки соприкосновения и при необходимости идти на компромисс, ведь в единстве сила. Да никаких проблем. Здесь нет вообще... Смотрите, когда у тебя с кем-то нейтральные отношения, тебе не нужен компромисс. То есть у вас нет никаких разногласий. Поэтому обычно компромисс ищется там, где есть разногласия. А там, где их нет, какой может быть компромисс? Он не нужен. В принципе, это можно считать компромиссом, если у вас друг к другу нейтральные отношения, вы не говорите ничего плохого друг про друга, ну и хорошее тоже не говорите. В целом это компромисс, это и есть компромисс. А там, где уже есть какие-то трения, да, там, где есть вражда даже, грубо говоря, вот там нужно идти к какому-то компромиссу, и с кем-то, может быть, есть возможность идти на компромисс. С кем-то уже никаких компромиссов быть не может. Там тоже разная ситуация. Еще среди нейтральных людей, друг другу нейтральных, есть еще такое явление, как гибридная вражда. Это вот некоторые, допустим, личности, там, блогеры или каналы, они, например, ничего плохого про тебя там, напрямую не говорят, но как вот, допустим, страны, да, Россия и США напрямую друг с другом не воюют, но поддерживают тех, с кем воюют, допустим, Россия, там, Америка поддерживает, скажем, Украину, или же наоборот, там, Америка воюет, скажем, с Афганистаном, и Россия поддержит Афганистан. То есть это вот гибридная такая тема. И вот такое тоже явление у нас оно есть. Когда у тебя с кем-то, например, начинаются какие-то разногласия, публичные какие-то, допустим, высказывания, то тот, кто вроде как нейтрален, он раз и открыто начинает поддерживать того, кто с тобой враждует. Это такое, он тебе напрямую как бы ничего не сказал, он типа с тобой нейтрален, но в то же время ты понимаешь, что поддержка твоего непосредственно враждующего с тобой человека говорит о том, что он абсолютно не нейтрален в отношении тебя. В общем, вся эта палитра у нас присутствует. И тот, кто сегодня с тобой нейтрален, завтра может стать тебе врагом, там, человеком, враждующим с тобой. Или наоборот, может стать близким для тебя, там, братом. Тот, кто с тобой враждовал, может завтра стать нейтральным или стать наоборот для тебя близким. А тот, кто был близким, может стать врагом. То есть все эти процессы, они не зафиксированы так, знаете, навсегда, что они так и будут. Все может измениться. Обычная грязня. Когда русские ушли из Чечни, чеченцы стали друг против друга. Мы должны сделать выводы из прошлого и не допустить больше. Ну, к сожалению, эти выводы, многие их не делают вовсе. Кто-то их делает, но неправильные. А кто-то делает и делает их правильно, но изменить он ничего не может. Мы с вами должны понять, что вот этот лозунг Джамбетова, вот этот наш народ, как вот этот кулак должен стать единым целым, подразумевая, что под вот этим кулаком он подразумевает всех чеченцев, объединившихся под Кадыровым, понимаете? Нам надо ну, осознавать, что это в принципе никогда не будет, что никогда... Ну, невозможно такого, чтобы все как единый кулак, там у всех, чтобы разногласия были решены, там, преодолены. Такого не будет. Всегда будут и разногласия, всегда у нас будут и предатели, и российские подданные, любящие русский мир, и те, кто будут стремиться у нас куда-то там под США стать там дополнительным штатом США. У нас всегда такие чуваки будут. Вы должны это понимать. Поэтому... Лозунги, говорить лозунгами можно. У нас здесь есть там уже 20 с лишним лет люди говорят лозунгами. Одни лозунги. Каждая встреча, совещание или любое, короче, мероприятие
заканчивается лозунгами, что все, мы вот сейчас, скоро мы вернемся, Путин уже умирает, Кадыров уже все, мы там, ну, это только лозунги, уже 20 с лишним лет. Я не могу, вы можете спросить, а если, хорошо, не лозунгами, а как по факту? По факту нельзя сказать ничего обнадеживающего на самом деле. Кроме того, что к этому нужно стремиться, это цель, которую мы должны достичь. Но от того, что мы с вами будем говорить лозунгами, людей успокаивать, обманывать, по сути, этих людей, от этого эта цель ближе не станет. Ее нужно как бы приближать. Расскажи нам, как ты это себе представляешь. Должно быть единство, если мы хотим дать отпор врагу, общее дело с другими группами, которые борются за то же самое, что и вы. Я расскажу, как я себе это представляю. Я себе представляю победоносную группу. Это группа, которая никогда не будет в количестве всего народа, никогда в жизни. И вполне возможно, что группа эта будет малочисленней, чем если в общем количестве взять целый народ и представить, что есть еще разные группы, в том числе и вот эти пророссийские, там разные, если их всех объединить в одну и вот эту победоносную группу в другую, то она будет малочисленнее. Но если взять в отдельности любую из этих групп, то эта группа должна быть сопоставима по своему количеству, по возможностям, по ресурсам. Я себе это так представляю, что только таким образом, когда вот эта победоносная группа, та группа, которая будет иметь правильные взгляды, убеждения, там, и религиозные, и политические, когда она объединяется, то есть к этой группе примыкает достаточное количество талантливых людей, полезных, не просто количество этих людей много, да, в этой партии там, или в джамаате, в группе, а это именно полезные, каждый из людей, входящих в эту группу, он индивидуально является ценным человеком, проделывает какую-то работу, которая в целом она очень полезна. То есть вот это вот, именно эта группа и добьется результатов, именно эту группу будут поддерживать, и победу дает, вообще успех дает Всевышний Аллах. Делает он это различными путями, то есть какие причины могут быть разные, но в целом упование должно быть только на Всевышнего Аллаха. Напоминание судьиным детям насчет канцлера Розы, говорит, я благодарю, что он напомнил, но мне кажется, уже, по-моему, уже сколько там, месяц, да, по-моему, прошел, кажется, так и не будет никакой информации по поводу этой крупной рыбы, засевшей в Германии. Видимо, так они и оставят эту ФСБшницу, чтобы она, значит, свою вредную работу в Германии вела. Джангл, ассаламу алейкум, Тумсо. Немного пройдись по Кадырову и кофту, когда надоест, подари. Алейкум ассаламу алейкум, табаракату. Хорошо, брат. По Кадырову пройтись. Так, а по Кадырову что там было? По поводу его болезни. Ну, я думаю, сейчас уже все вопросы, ну, для меня они во всяком случае понятны. Кто-то до сих пор продолжает конспирологию по этой теме делать, но я не сильно сейчас увлекаюсь этой темой. Мне кажется, вопросы там с его комой и тем, что он мертв, по-моему, уже пора снимать. В целом, что он не мертв, это очевидно. Всем, что он не в коме и вряд ли он был в коме, я думаю, тоже, в принципе, очевидно. Но для кого-то, может быть, это еще не открылась эта тема. А в том, что у него проблемы со здоровьем, здесь, о чем здесь говорить? Понятно же, что у него проблемы. Но на него достаточно посмотреть, как он говорит, как он выглядит, как он ходит. Это больной человек. У него очень серьезные проблемы со здоровьем. Ну, я думаю, он сейчас получает то, что приобрели его руки. Не мог этот человек столько зла сотворить, и после этого припеваючи дальше жить, не понести никакой ответственности за это. Я думаю, это его начало,
Это то, как Аллах начал его наказывать уже в этом мире, а в будущей жизни его ждет еще большее разочарование и наказание.